чешем кошака. Довольный, мурчит как бешеный. И вот что самое интересное, в процессе линьки весной даже вот с ориенталов вот столько начесывается, представляете? Вот это да! Это называется короткошерстная ориентальная кошка. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Чешите меня полностью! О-о-о! Ой, какая морда довольная. Да. Ой, господи. Посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Я думаю, мы начнем валенки сегодня вязать. Не сегодня, завтра. Сильное заявление. Да? Так, сейчас уж мы вам покажем весь наш грязный диван. Это вот коробка его. Больше всего у него слазит вот отсюда. То есть здесь прям клондайк. Ну, в общем, ну, я не знаю, слышно или нет, но вот послушайте. Ему нравится. Народу нравится! Да, Гишундель? Ну, все, давай. На сегодня закончим, да? Ты чеши меня, чеши, я почешу.